уже приветствую, дорогие друзья. Ну что ж, бомжичизация продвинулась. Смотри, что удалось раздобыть, так сказать. Еще одна газовая колонка, блин. Вот это успех, успех. Невероятный успех. Ларгас какой-то, блин, нифига какая моднявая, смотри. О, там уже краны вижу, зафигачится. Ну что, блин, разберем, посмотрим, что там, нам преподнесет на этот раз, так сказать. Сколько цветничка с него выйдет. Вот эта тонкая штука, она такая так жесткая, луженая, что я даже тыкал и я не сразу даже понял, что это вообще белое-белое. Лужение вообще такое жестокое. Но с внутренней стороны вон видно, что это медь. Ну и вон радиатор медный, естественно. Но она в два раза меньше стоит, чем обычная медь. Это вот лужёная. По-моему, ну примерно где-то что-то около 400 рублей, что ли, ее принимает вот эту лужёную. Ну где-то 2 килограмма, наверное, будет. Это сейчас латуньку разберем. Ну медь тут смысла нету, как бы. Взвешивать что-то тут, пару проводков вон. Катушка вот здесь вот еще. Ну и вот эта вот нержавейка, да. Но сейчас что-то нержавейку опять не принимают. Ее то принимают, то не принимают. Ну тут грамм 200, наверное, есть. Ну пока оставлю, не знаю. Я в прошлый раз мешок издал, блин, как железо. Что-то то берут, то не берут нержавейку. Не знаю, выкаблучивается, короче. Так, ну ладно, сейчас взвесим бак, взвесим металл. Ну еще да разберу вот латуньку. Так, ну в общем, вот кусочки нелужёные я спильнул. Тут граммов 30, наверное, будет обычной меди. Эту медь в обычную медь. Ну, бак сейчас взвесим, давайте. Так, весы. Что там у нас? По нулям. По нулям. Ну и давайте взвесим. Сколько у нас лужёной меди? Кило 800 лужёной меди получается. Ну нормально. Рублей на 700 где-то так, на 800. Так, а давайте мы с вами взвесим вот от прошлой колонки, вот этот бак и вот этот, сколько они вместе. Так, надо, наверное, привязать их веревкой. Сейчас веревкой привяжу. Так, итак, два бака от двух газовых колонок, лужёная медь. Давайте посмотрим, сколько выходит. 4 килограмма ровно, ну чуть побольше там. Ну что, тоже неплохо, считай. Рублей по 400 где-то кило. Вот. 1600 где-то получается. Два бака. Нормально, что? Тоже хлеб. Давайте подведем итог, что у нас получилось с этой моднейшей колонки. Возьмем весы, взвесим. Латуньку, латуньку. Так, по нулям. Ну, что там у нас? 400 граммов латуни. 400 граммов латуни, немножко вот медяхи, вот тут чуть-чуть алюмишки в копилочку и железо осталось взвесить. Железо осталось взвесить. Так, давайте взвесим железо с корпуса. Железо с корпуса 3600 где-то так, 3700, да. 3700. Ну что ж. Итак, произвели некоторые расчеты. Значит, латунь 0,4 килограмма. 160 рублей, она по 400 рублей сейчас идет. Металл 4 кило, 96 рублей. Медь лужёная. Я вот не знаю цену на медь лужёную. Где-то рублей по 400 она. Нормальная медь сейчас 620 рублей, а вот лужёная, не знаю, где-то, ну, примерно я посчитал по 400, короче, 720 получилось. И общий итог с этой газовой колодки 976 рублей. Ну, это приблизительная цена, ну, хотя бы так. Такой итог, короче, получается. Такие вот дела. Копим партию. Пока не сдаю, коплю цветничок. Такие вот дела. До новых встреч.